Курюхин, если он в каких-то достижимых мирах находится, он ценил эту песню и автор похвалил. Сейчас премьера песни. Внимание на экран. Значит, я просто резал по-живому и, наверное, хотел минут еще 10-15 рассказывать на тему, как сказал Дебежев, он назвал Курюхина с Гребенщиковым, сейчас скажу, назвал, что там, закадычные друзья, ну, в общем, там, я не помню эпитет, смысл в том, что, как называют врагов, он назвал их друзьями. Заклятые друзья, спасибо, выручил. И смотрите, то, что сейчас будет показано, оно будет показано впервые. Это 91 год, дуэт Курюхин-Гребенщиков, Париж, Площадь наций, фестиваль памяти жертв путча. И по страшной дружбе программа А канала «Россия» дала нам этот фрагмент для некоммерческого использования. Там буквально 2 минуты, вы все поймете. То есть вот реально это показывается впервые. Курюхин, Гребенщиков. Это Париж, 100 тысяч зрителей и трансляция на 60 стран мира. Еще раз говорю, в Москве это впервые показывается. Прошу внимания.